Prabhupada says we should be chanting Hare Krishna 25 hours a day. Prabhupada говорит о том, что мы должны быть готовыми воспевать святое имя Hare Krishna 25 часов в сутки. But we have no taste. Но у нас никакого нет вкуса. И надо из Новой Дангаприя. Сейчас у нас есть игрок Кальбанга. У нас не будет игрока на Амбиданге и на Кратале. And so let's just observe the mind. И давайте просто наблюдать за нашим умом. How much we get bored. Как быстро мы устанем от такого стояния. So, it's our relationship, personal relationship with the Holy Name. Это наше личное отношение со Святым Именем. Krishna is not easy to get. Krishna, его не так легко. We hear that so many times. Мы об этом слышим очень много раз. But here we can observe now. Но сейчас мы можем наблюдать за собой. How much we don't want Krishna also. Насколько мы не хотим Кришну также. But we understand in theory that the best thing for us is to want Krishna. Но в теории мы понимаем, что самое лучшее для нас — это хотеть Кришну. But now comes the authentic devotional practice. Let's cry out, because we do not want Krishna. И тогда наступает истинная практика преданного служения. Мы должны искренне взывать для того, чтобы пригласить Кришну, что мы должны захотеть Кришну. Every time the mind's gone and we are feeling bored, we know we don't want Krishna. Каждый раз, когда наш ум отвлекается, убегает от нас, мы должны понимать, что мы в этот момент не хотим Кришны. So that first effort, what I said before about faith, we have to put our blind trust, our faith, this works. И это то испытание, которое к нам приходит на веру, о котором мы говорили раньше. Мы должны прикладывать усилия, мы должны действительно захотеть, чтобы это начало работать на нас. So it will be also an opportunity to hear ourselves. И у нас также будет возможность ясно услышать себя. So Madhava will start kirtan. Сейчас Мадхава начнет киртан. Let us chant. Давайте воспевать. Let us pray. Давайте молиться. That Krishna, please, nam nam akali bahula nija savashaktish. I do not have any attraction for any one of us of your names. Мы должны искренне молиться, Кришна. У меня нет никакого вкуса к твоему святому имени. Krishna, I am so unfortunate. Никакой привязанности, Кришна. Я настолько неудачлив. So once I am aware, I realize where I am, it's already a huge step. И осознать то, на каком этапе я сейчас нахожусь, это уже огромный шаг. Because devotional practice is from the platform of reality, not theory. Потому что преданное служение, практика преданного служения, начинается с действительности, не с теории. We can only go anywhere from the platform of reality only. Мы можем делать что-либо в нашей жизни только с платформы реальности. So let us pray to the controller of the mind, Manish. Давайте молиться о контроле ума, Маниш, Кришна. And let's see, maybe after 2 days it will be easier. Может быть, через 2 дня нам будет легче. Today it might be a challenge for all of us. Возможно, это будет непросто для каждого из нас. Hare Krishna. Hare Krishna.